К другим темам дождались. Так могут сегодня воскликнуть березняковцы, жители микрорайона Околица. Все дело в том, что там завершаются работы по благоустройству территории, ведущей от домов к остановке. Напомню, за историей многострадальной лестницы на Околице мы наблюдаем уже несколько лет. Жителям близлежащих домов не нравилось ее состояние. Разрушенные ступени и сломанные поручни перил. А потом настил из досок, наспех брошенный поверх бетона. В прошлом году был начат ремонт этого объекта. На сегодняшний день там пока что можно увидеть только одну проведенную в порядок лестницу. Однако благоустройство ведется в комплексе, рассказывают в администрации Березняков. Также преобразятся подходы к остановке с улиц Южной и Бажова. Работами занимается березняковский индивидуальный предприниматель. Стоимость работ около 3 миллионов рублей, 2,948. В мероприятие, да, предусмотренный контрактом, входит работа по устройству подходов к лестничным маршам. То есть это установка бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия. Появится наружное освещение от улицы Южной вниз к околице. Выполнят работы по озеленению и укреплению откосов насыпи, где расположены лестничные марши, чтобы ее не размывало ливнями. По условиям контракта работы должны быть завершены к концу июля.